Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! С вами Наталья на своем канале «Сад и огород круглый год». Ну что ж, вот и лето заканчивается. И хочу я вам показать свой огород, но огород цветущий. Многие овощи уже убраны, но на огороде я еще люблю садить цветы. Я показывала вам цветы, которые растут у меня в саду. А сегодня я вам покажу цветы, которые я высаживаю в огороде и которые хорошо себя чувствуют именно на открытом участке, где постоянно солнышко. И вот у меня гладиолус. То есть гладиолусы я высаживаю. Они уже перецвели, в общем-то. Но гладиолусы — это у меня цветок, который растет на огороде. В саду он, ну, никак не хочет. Он вытягивается, он выламывается. Ему не хватает столько света, сколько есть на огороде. Ну и, конечно же, астра. Осенний цветок. Ну вот начинает летом, конечно. Астрочка у меня растет в огороде. Ну, скажу честно, в этом году она немножко бедненькая. Почему? Да потому что тут у меня был лук, и высаживала рассаду я между луком, и она немножко притормозилась тогда. То есть я даже не выделала ей место ранней весной. А потом, когда уже убрала лук, уже пошла в рост астра. Ну и майоры. Майоры — это тоже у меня огородный цветок. Вот мои майорчики. Это семена не собраны, то есть я их покупала. И я довольна тем, что получилось вот такое вот разнообразие окрасок. Ну, первые тоже цветы срывала. Вы знаете, вот такие вот простые майоры, но они очень хорошо стоят в воде, то есть в букетах сохраняется вот такой вот сельский, можно сказать, цветок. Но огород они украшают просто прекрасно. Ну и, конечно, чернобрывцы, наши бархатцы, как же без них? Они не просто украшение огорода, это наши целители огородние, то есть от всяких мошек-букашек. Ну, во всяком случае, должны помогать. Я не могу сказать, что мы не обрабатываем. Мы обрабатываем огород, от вредителей тоже. Ну, вот и бархатцы играют какую-то свою роль. Ну, и плюс украшают наш огород. Вот этот у меня баштан. Ну, баштан в этом году, конечно, немножко неудачный. Очень тяжело всходил, были холода. Но при том, при всем, вот арбузики есть. Вот наш Чарльстон Грей. 5 арбузиков мы уже сорвали. Да, ну вот еще есть полакомиться арбузиками. Вот он у нас такой зеленый, видите? И когда плохо всходили арбузы, я посадила между ними еще и... Что я посадила? А это у нас... Хризантемка. Вот такие вот кустики хризантемы. Да, уже сейчас у нас трава тут буяет, красоты такой нет. Ну, уберутся арбузы и останутся хризантемы. Как раз осенью будет красиво цвести хризантемы. Вот такой вот мой огород, не сад, а огород, у меня в конце августа. То есть мы не только употребляем овощи с огорода, а еще и любуемся цветами, огородними цветами. Ну что ж, с вами была Наталья, желаю вам всего хорошего, и что ж, чтобы ваш огород тоже всегда цвел. Всего наилучшего вам!